А у нас позитивные новости, потому что наша компания пополнилась. К нам присоединилась Елена Кравчук, сотрудница ботанического сада. Приветствую вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, расскажите, пожалуйста, вот сейчас весна, все цветет, но сейчас еще можно садить какие-то цветы или нужно было действовать раньше? Нет, конечно, можно все садить. Сейчас самое время. Ну, сложно сказать, какая погода будет дальше. Хоть и обещают, что зимы уже не будет, что уже весна-весна и потом сразу лето, как всегда. Ну, вот, мы-то знаем. Посмотрим, да. В принципе, сейчас оптимальное время для посадок основной части культур. Единственное, конечно, учитывая теплые температуры днем, нужно обязательно обеспечить полив. Ну, мы прекрасно знаем, что ботанический сад – одно из излюбленных мест для прогулок парочек. И наверняка скоро там уже будут новые растения, которые будут радовать глаз и мотивировать прийти туда какой вновь. Какой угол идти, чтобы любоваться? И что будет расти? Цветет уже сейчас достаточно много, поскольку всегда есть ранние весенние, да, цветочные культуры. Сейчас цветут примулы, сейчас цветут подснежники, сейчас цветут некоторые кустарники, например, жасмин голоцветковый, цветет калина боднантенская. Ну, те, кто у нас часто бывают, они обычно знают все эти места. Но, конечно, массового цветения еще нет. Если такая погода будет держаться и дальше, то я думаю, что уже начало апреля, это начнется пик цветения прежде всего лабиринта. То есть это коллекция древесно-кустарниковых разноцветных. Это где у нас лабиринт находится? Лабиринт – это недалеко от входа, вы Иридарий проходите, между Большой цветочной поляной и Иридарием. Расположен лабиринт. Это на юге России единственный лабиринт из разноцветных сделанный. То есть всегда лабиринт делается из монокультуры, чаще всего хвойная. Да? То есть выстригается лабиринт, и все. У нас нестандартный лабиринт. Мы совмещали экспозиционный вариант лабиринта с коллекционным вариантом коллекции разноцветных. Это вот как мы зашли сразу налево, получается, да, так пройти? Вы зашли, да, сразу же у вас будет Иридарий налево, а потом чуть дальше еще вы увидите левее, там да? стеночка такая, да, прямо из кустарника. Вот, там будет цветение коллекции, как я сказала, древесно-кустарниковых разноцветных. Это сакуры, это персики раньше чуть-чуть будут. Ой, вангую вам, ребята, что скоро появятся фотокарточки во всех социальных сетях. На всех аватарках страны. Особенно персики, потому что это действительно уникальное зрелище. Вот, допустим, наверняка сейчас наши фотографы, которые проводят фотосессии, инстаблогеры и так далее, внимательно нас слушают и думают, ну когда же пойти туда будет максимально удачно? Через неделю, через две? Вот не могу сказать. Все зависит от погодных условий. Все уже сейчас в почках. Вопрос в том, если продержится вот там 20 градусов, то это там 2 недели. Если чуть-чуть упадет, как обещают, то тогда это где-то середина апреля. Но в любом случае у нас есть страничка ВКонтакте, где мы всегда выкладываем новости о том, что зацвело, пора. Поэтому можно обновлять аватарку. Можно следить, да, конечно. А из-за падения температуры рисков нет? Если не будет заморозков, если цветки не распустятся, то есть если погода будет держаться более-менее стабильно, допустим, да, цветки не распустятся, то ничего не грозит. Если, как у нас часто бывает, потеплело, распустилось, после этого возвратные заморозки ночные, то тогда, конечно, может немножечко зацепить. Ну, это не критично для растений, но чуть декоративно снизится, конечно. А в прошлом году как было, помните? В прошлом году это было где-то ближе к концу апреля. Цветение было. Нормально. Ну, все равно оно растянуто по времени. То есть сначала начинают там персики, спиреи, что-то такое, потом начинается сакура, это где-то чаще всего майские праздники. Если очень тепло, то чуть-чуть раньше. Вот. Ну, а затем уже конец апреля, это начало, и где-то до середины мая это цветение коллекции луковичных. Это тюльпаны. Да, тюльпаны, гиацинты, нарциссы. Опять же таки, уже планируете, как будете высаживать, может быть... Вообще, вы закупаете цветы или в собственных питомниках? В основном свое. Закупаем мы мало. Все-таки ботанические сады больше работают на обмен. То есть с ботаническими садами других регионов. А с кем мы работаем? Да, много с кем, наверное, так по России. Со Ставрополем много работаем, с Москвой много работаем, нам очень много из Москвы привозят, с кем. Ну а что мы в первую очередь отдаем на обмен? Вот чем мы богаты?
каждый ботанический сад просит то, что интересно им. Кому-то интереснее декоративные, ну, то есть декоративные, я имею в виду цветочно-декоративные. Кому-то интересны розы, допустим, да, кому-то интересны там, травянистые какие-то культуры, кому-то интересны природные виды, те, кто, у кого поддерживается коллекция, допустим, собирают коллекцию природных видов. Невозможно сказать, кому что. Кому-то деревья, кому-то кустарники, кому-то травы, кому-то однолетники. А мы что тебе вот из последнего, что-то вот новинки в этом году будут? В этом году, я думаю, нас порадует, она не этого года, она уже второй год у нас будет посадки. У нас коллекция злаков из Ставропольского ботанического сада высажена. Но это же не пшеница? Нет, конечно, это декоративные злаки. Они очень красивые, очень сейчас на пике популярности в озеленении Москвы, допустим, высаживают очень много. Вы просто не обращали внимания. Конечно. Когда не знаешь, ты часто не обращаешь внимания. Кажется, ну что-то там травка и травка. Вот. А, допустим, в Зарядье там очень много злаков высаженных. Там каждая куртиночка высаженная вручную. А вот, допустим, это в парке, который в Московский, да? Да, парк Зарядье, да, в Москве. Знаю такую вот вещь, что приходит человек, да, ему цветы понравились, ему захотелось у себя, допустим, вырастить. Есть ли какая-то возможность обратиться главное, к сотрудникам сада? Главное, чтобы без лопаты приходили. Чтобы не уговаривали, да. Ну, допустим, есть ли какой-то способ, чтобы предотвратить такие ситуации, куда можно обращаться, чтобы... У нас есть питомник, который находится на территории ботанического сада. Есть расчетный счет, на который переводятся деньги, то есть оплачивается все через банкинг, в принципе, на месте. Всегда можно прийти, посмотреть, что есть, выбрать. Дело в том, что помимо того, что вредят, когда с лопатами приходят, ну, дело в том, что и в силу там, природных каких-то обстоятельств это растение может не прижиться. В итоге и там выкопали, конечно. И у себя... Конечно. Да. А очень часто так бывает, потому что люди ведь не задумываются часто о том, что растение росло, допустим, 3 года, и при копке, вот у нас как-то было, они порвали всю корневую систему. То есть, ну, вероятность того, что оно приживется, немного. То есть и нам сделали плохо, и, в общем, себе не слишком хорошо. Поэтому мы сейчас обращаемся к нашим драгоценным зрителям и просим, если вы хотите сделать подарок своей возлюбленной, не вырывайте цветы в ботаническом саду и не надо их срезать. Просто обратитесь в специализированный магазин, и там вам точно... Либо питомник, да. Или питомник, и профессионалы вам помогут. Об этом наш и следующий материал.